Да, безусловно, надо вступить в НАТО, так мы будем более защищенными. Соответственно, у Грузии будет больше партнеров, и для нас будет лучше. Некоторые говорят, что хотим в НАТО, некоторые твердят, что нам этого не нужно. Хотя надо найти общий язык с Россией, все-таки сосед. А вот если Россия и вовсе уберет все эти колючие заграждения на административной границе, то, по-моему, лучше быть с ней. НАТО для меня гарантия демократии, и это важнее всего. Россия с нашей стороны, они не позволят, чтобы здесь натовские были эти базы. И если малейшая какая-нибудь провокация на нашей территории будет, как сказать, с Россией, это будет уже для нас крах. Я думаю, что это очень страшно. Я не знаю, спасемся мы или нет с помощью НАТО. Это время покажет. По-моему, не будет плохо, если Грузия все-таки вступит в альянс. Мы будем более защищенными. Америка наш единственный партнер. Сами видите, что творится в Европе. Как тут поступать иначе? Об этом даже спрашивать не надо. Если не в НАТО, то куда? В Россию, что ли? Грузия станет полигоном между Россией и США. Лучше наладить отношения с соседями. Я не видела никого, кому бы помогла Америка.